Значит, вот она, эта деревенька Ивьюна. Александр Кирьяцкий, 1 марта 2016 года. Вот. Я показываю деревеньку Ивьюна, спускаюсь, поднимался высоко очень. Немножко, ну, трудно так как было снимать, как поднимался. Вот. А здесь сейчас я снимаю и еду. Опс. Здесь будет только спуск. Значит, еще пока небольшой подъемчик. И потом спуск. А, красиво. Вот эта гора такая, между двумя горами, романтичная такая. Блин, сказочная. Вот она, Ивьюна, деревенька. И теперь спускаться надо, тормозок держать. Под такой шикарной горой. Вот. Значит, вид на нее. Дальше будет очень-очень-очень все красиво. Уютненько деревня, а в Швейцарии это деревня как городочек шикарный. Это Швейцария. Блин. Деревенька с одной улицы всего лишь. Детишки идут. Деревенька чудесная. Может, даже лучше здесь, чем где я живу, но сюда мотаться наверх каждый раз не очень. Там мне, где я живу, мне очень нравится тоже. Это тем, кто не мотается на велике, им тяжело. А что мне? Мне все одно. Ташкент, я привык, большой город, там мотался. По Тель-Авиву тоже. Большой Тель-Авив. Страсбурге тоже. Мне все равно. Все один город для меня. Спуск вниз. Их видно, спускается. Горы. Педали не кручу. Вот и все, вся деревня. Проехал я деревню. А спуск продолжается. Такой. Прям такой сильный спуск. А то вверх. Туда вниз. А это вверх. А машина все равно. Тормоза надо держать. Сильно. Спускаться, не подниматься. А, как красиво фонарамка. На память будет. Поездок. Я сейчас под мост и возле Рона поеду. Здесь по промзоне не очень приятно мотаться. Там промзона. А в между промзоной речка, там парк. По парку поеду. Опс.
красивенько. Вот этот парк. Крона выехал. Напрямую. Значит. Атандрон.